Вот у нас мангал уже разгорелся, и шеф-повар ресторана, и нападающие нашей команды подходят к нашему великолепному мангалу. Начинаем мы, друзья мои, начинаем. Абазов Сейрон делает первый бросок. Шикарный крючок. Вот так вот, дорогие мои, ресторан «Новорижская застава» встречает наших гостей. И только так, по-другому мы не можем. Добавляем картофель. Пользуюсь случаем, дорогие мои, скажу, что вот этот сач, блюдо, которое приготовлено в нем, называется сач ичи. А его изначально, сперва, он имеет такую, вот обратите внимание, форму конусообразную. Ее сперва выкладывают вот так, и так на нем готовят лаваш. И после того, когда хлеб уже готов, его переворачивают и начинают готовить блюдо. В переводе со староазербайджанского языка сач переводится как рифмомания прозы. Это удовольствие получают как поэты, так и люди, которые едят это великолепное блюдо саджичи. И Абазов Сейрон продолжает атаковать, дорогие мои. И успешно. И еще когда прибывал Александр Дюма в Азербайджане, в регионе Аран, ему дали попробовать великолепное блюдо саджичи. Он был просто ошеломлен вкусом приготовленных блюд. Эту историю знают все. Он даже вот именно подачу этого блюда великолепно описал в своей книге, в романе «Учитель фехтования».